Теперь кадры драматичного ДТП из Китая. На видео, которое зафиксировала камера наружного наблюдения, женщина и ребенок стоят на тротуаре. Внезапно задним ходом их буквально сносит внедорожник и сталкивает с высоты несколько метров. Какое-то время машина нависает над ними и через считанные секунды срывается вниз. В последний момент женщине удается отползти в сторону и укрыть собой ребенка. Оба выжили, но получили серьезные травмы. О состоянии водителя ничего не сообщается. Причины аварии выясняет полиция. По предварительной версии, человек, сидевший за рулем, мог не справиться с управлением.